Актриса театра и кино Настасья Самбурская ответила на комментарий поклонницы в Инстаграме, заявив, что она не привыкла афишировать свои отношения с противоположным полом. Актриса из сериала «Универ». Новая общага, 32-летняя Настасья Самбурская, не раз вступала в полемику и открытую конфронтацию со своими подписчиками в Инстаграме. Как уже писал сайт телепрограмма. Про светская львица уже заявляла, что не собирается рожать детей только для того, чтобы привязать к себе мужчину. Также девушка призналась, что заведет потомство только тогда, когда будет к этому готова. Торопиться с материнством Настасья не собирается. В одном из своих недавних интервью актриса отметила, что у нее непростые отношения в семье. Родной отец поднимал на нее руку, срывая злость на ребенке. Со временем Настасья поняла, что может рассчитывать только на себя. Поэтому, когда у девушки возникают какие-то проблемы, она обращается за поддержкой к друзьям, а не к родителям, которые подарили ей жизнь. Недавно в своем микроблоге Самбурская ответила на комментарий одной из своих поклонниц, после того, как ее спросили о личной жизни. Подписчица артистки полагала, что Настасья избегает мужчин. Однако сама светская львица развеяла эти домыслы. «А почему вы решили, что я обхожусь без мужчин? Потому что фотографии не выставляю?» «Был опыт, знаете, пришла к выводу, что своего мужчину надо прятать», — отметила актриса. Как уже писал сайт телепрограмма. Про, девушка призналась, что раньше, еще до того, как она стала получать гонорары за свои роли, ей приходилось браться за любую работу. Настасья даже устроилась администратором в казино. Но заработанных денег едва хватало на съем жилья. Тогда Самбурская решила знакомиться с молодыми людьми в интернете. Девушка ходила на свидания, ее, разумеется, приглашали в рестораны и кафе. Так она могла экономить на еде. По словам актрисы, дальше похода в ресторан дело никогда не заходило. А своих неудачливых кавалеров она отвергала после сытной трапезы.